Автосервис «Техцентр 50», расположенный по адресу 8-я линия, дом 13А, работает уже более 8 лет. В здании общей площадью 2000 квадратных метров функционируют 22 подъемника, которые позволяют в день обслужить до 60 машин. Компания предоставляет большой выбор услуг по ремонту автомобилей. А полгода назад добавился технический осмотр. Клиенту для проведения этой процедуры необходимо сделать предварительный заказ на выполнение работ. По прибытию клиента в технический центр для проведения технического осмотра ему необходимо с собой иметь документы на автомобиль и паспорт. После оформления автомобиль передается водителю, который загоняет его на мойку. Далее машина отправляется непосредственно на линию технического осмотра. Происходит проверка технического состояния транспортного средства на основании технического регламента таможенного союза и по правилам проведения технического осмотра, то бишь это 55 пунктов, которые указаны в диагностической карте. Начинается осмотр с проверки работоспособности осветительных приборов, ремней безопасности и обдува лобового стекла. После этого автомобиль проезжает по линии технического осмотра на стенды. Это вибростенд, тормозной стенд, где проверяется коэффициент сцепления с поверхностью и относительно разность тормозных усилий тормозной системы. После этого автомобиль проезжает по линии далее, где диагностируют углы установки и силу оптики. Ну и также на подъемнике машина поднимается, снизу осматриваются тормозные шланги, тормозные механизмы. После всех процедур на основании результатов автовладельцу выдается диагностическая карта. Если транспортное средство по каким-либо параметрам не проходит, то в документе обязательно указываются несоответствия. В течение 20 дней у водителя будет время на исправление этих недочетов и повторное тестирование. Стоит отметить, что с 1 сентября убрали часть пунктов диагностики. Это касается шумности выхлопной системы, каплепадения жидкостей, масел. И также не проверяем сейчас с 1 сентября аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. В техцентре оформляют и полис ОСАГО. Это займет примерно 10 минут. Также это можно сделать онлайн или на сайте компании. Если у клиента все документы с собой, это буквально 10 минут. Цены определенно нет за ОСАГО, потому что цены у всех разные, варьируются. Все зависит и от стажа автомобиля, и от лошадиных сил, и от стажа водителя. Техцентр 50 работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера. После Нового года в планах компании запустить кузовной цех. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.